Тема 862. Как сделать миллионы на пирожных? Недавно прочитала интересную историю про женщину, которая очень долго работала, чтобы хотя бы что-то заработать, а потом очень быстро разбогатела на изготовлении пирожных, капкейков. Поначалу Джиджи Батлер всегда хотела стать известной певицей, поэтому она пошла петь в ресторан, но, видимо, это была не ее стезя, так как известной певицей она не стала, а чтобы прокормить себя, ей приходилось ходить по квартирам и мыть там полы. И вот, когда ей исполнился 31 год, она поняла, что ей стали неприятны щипки посетителей за мягкое место, и она забросила пение в ресторанах и сосредоточилась на создании клинингового бизнеса. Сначала мыла чужие полы сама, потом набрала наемных работников, но, видимо, это тоже не приносило особого дохода, потому что в этом деле было не развернуться. Клининг, наверное, один из самых древних бизнесов в капиталистических странах, здесь уже все ниши забиты. И вот однажды ей позвонил брат из Нью-Йорка и сообщил: «Слушай, бросай ты свои тряпки. Тут в Нью-Йорке люди стоят в очереди за какими-то пирожными, готовые платить за них втридорога. А твои пирожные гораздо вкуснее. Открывай пирожный бизнес». Джиджи задумалась. Действительно, в их семье все женщины были подкованными кулинарами, и пирожные готовить она умела. Она заняла немного денег у родных, видимо, клининг действительно не очень доходное дело, и открыла небольшой магазинчик пирожных, который делала сама же на своей кухне. Первое время она даже молилась, хоть бы кто-то пришел и купил. Постепенно клиенты стали заполнять ее магазинчик, и когда она однажды стала свидетельницей того, что одна клиентка закатила скандал из-за того, что ей не досталось пирожное с вишневой начинкой, она поняла: пирожные – это не просто еда, это страсть. И это очень верно. Когда я захожу в супермаркет, я не беру первое попавшееся печенье. Я больше люблю не пирожные, а печенье. Но по сути, это та же самая сладость к чаю. Я ищу исключительно свое печенье, к которому я привыкла и которое люблю. Сегодня, кстати, я ношу траур по своему любимому печенью «Эсмеральда» с орешками, которое в нашем городе уже год как не продается. Оно производилось на Украине, и еще год назад его продавал в нашем городе только один магазин, а сегодня я потеряла всякую надежду попробовать его вновь, если только меня не пошлют на Украину. Сегодня я его заменяю другим печеньем, польского происхождения. Оно вкусное, в меру хрустящее, но без жареных орешков, увы. Поэтому я его ем только из-за того, что нечем больше заполнить образовавшуюся пустоту. К чему я это рассказываю? Потому что для женщины пирожные – это все равно, что для мужчины бутылочка любимого холодного пивка. Фу, гадость. Если это предприимчивые мужчины еще не поняли, то пусть поймут предприимчивые женщины, которые лучше разбираются в сладостях. И неудивительно, что молодой американской женщине удалось зажечь своих сограждан своей страстью к изысканным, почти произведениям искусства, пирожным. Уже за первую неделю продаж своих пирожных Джиджи расплатилась со всеми долгами, а через несколько месяцев, по совету своего друга, начала продавать свой бизнес по франшизе. Сегодня у нее 90 магазинов, работающих по франшизе в 23 штатах США, 2 собственных магазина и 1 общий интернет-магазин. Собственно, франшиза стоит $35 000, без учета прочих затрат на закупку оборудования и открытие магазина, и роялти составляет 4-5 от оборота магазина. Сами можете прикинуть, сколько теперь зарабатывает эта молодая красивая женщина на своей любви к пирожным, которой сегодня не нужно самой махать тряпкой или стоять у плиты. В России традиция чаепития не хуже, чем в Америке. Но с пирожными у нас дела обстоят не настолько насыщенно, как за рубежом. Поэтому и у нас вполне можно открыть подобный успешный сладкий бизнес. Женщин-сладкоежек у нас много, и они уже не хотят есть обычные сладкие пряники. Любой изысканный пирожный продукт может разбить ей сердце и сделать ее постоянной покупательницей.